Всем здравствуйте! Я сегодня хочу поделиться рецептом, который достался мне от свекрови. Это блины с начинкой, которые очень любит мой муж. Блины могут быть из любого теста, а начинка... Ну, я каждый раз удивляюсь этому рецепту, но делаю все как мама, чтобы было как у мамы. Пропорции произвольные. Отвариваем яйца, режем лук, режем капусту, режем яйца. В подсоленной воде отвариваем капусту минут 10. Сливаем воду. Обжариваем лук до золотистого цвета. Обжариваем капусту и добавляем яйца. Добавляем соль и перец. Начинка готова. Тесто для блинов можно сделать любое. Для блинов взбиваем яйца с солью, добавляем ложку растительного масла и всыпаем часть муки. Вливаем стакан молока и сыпем оставшуюся муку. Всего муки 1 стакан. Жарим блины.
На сегодня все. Надеюсь, рецепт вам понравился. Приятного аппетита!